Всем привет! Вот сейчас будет картофан на сале жарится. Классика жанра. Вот. А картофан такой, как вот из Чернобыля. Ух, какой большущий, не знаю. Ну, не тот, который вот все-таки такой на выборку. Он в этих упаковках уже вот, сеточных, этих из целлюлозы, или как она там называется, правильно. Ну, короче, упакованный уже. Вот, разных калиберный причем. Вот это вообще бомба. Грамм 200, наверное. Сейчас я порежу, на сальце пожарю. И селедочкой будет все круто, вкусно. Нарезал картошечку. Вот, как-то я умею резать, но у меня в этот раз не получилось. То, что габариты разные картофана. Вот так вот в идеале. Ну, можно, конечно, вот этой хренью пользоваться, которая такая, как для фри, но я предпочитаю вручную резать. Нарезал для жарки, чтобы она равномерно прожарилась вот кубиками и вот таким соломкой, как примерно средним. Потому что картофель Чернобыль, как ты сказал, разного дисперсного момента. А, ну, шучу, конечно. Вот, и сало я вот нарезал, такое сальцо. Вот, сейчас на нем будем жарить наш картофан. Остались еще вот такие вот штуки. Вот. Чешуя кожура от сала, не знаю, надо, нет. На них, кстати говоря, можно их зажарить и ловить усача рыбу. Но это уже совсем другая история. Вот. Сальцо соленое. Такое прям нежнейшее, мощнейшее, нечмовейшее. Но картофан все-таки надо немножко присолить, я думаю. Вот так вот примерно. Парочку ложечек. А еще и селедочка будет, поэтому я думаю, это достаточно, чтобы он немножко сок даст сейчас, и будем жарить на сале картофан. Вот разогрел сковородочка, высыпаю сальцо. Да. Не очень удобно мне, но не столь важно. Трясусь, потому что две руки, не три. В общем-то, вот сальцо пошло. Сейчас разогреется. Положим туда наш картофан. Сейчас растопится. И картофан пойдет. Растапливается сало. До готовности шкварок. Вот. На шкварке, вот я повторюсь, наверное, ну, я же говорил, не знаю, будет что-то там делать или нет. Ну, короче говоря, у меня нет возможности, но на шкварке клюет усач рыба. Жареное сало, ну, шкварки на крючок, и усач, это рыбан, просто берет, ну, ура. То главное, чтобы шкварки были не приправлены ничем, просто обычные сальные высыпки. Вот. Такие дела. А так вот, как бы, просто вот сейчас сделал я. Сковородочку нагрел. Положил туда сальца. Сейчас это высыпется все, маслица. И пойдет картофель. В общем, будет замечательно. Кстати говоря, сало так вкусно пахнет. Свежее сало. Губное, правда, но я не знаю. Вдаваться в подробности не стал. Но оно прям вообще идеально. Прям очень, вот, смотрите. Прям капец. Свежак. Ничего не мороженое, ничего не замороженное, не перемороженное. Свежее. О. Отлично. Ну вот, процесс пошел, все, я вот накрыл крышечкой, чтобы оно немного потомилось, потому что будет сырой, а потом уже будет поджаристый. Ну, картофан с салом уже солидарен, в смысле жирка и так далее. Ну, то есть, вот он, типа, вот там журчит. Ну, пока это не выжурчит, не будет готов. Но выжучит,
будет с поджарочной корочкой. Все равно картошка еще сыровата, ну как-то так пока. Но по времени не засекал, не знаю, ну минут 20-30 где-то примерно. Но в данный момент минут 10 где-то готовится. После того, как разогрел сало и кинул картофан. Где-то минут 10 прошло времени. Ну что еще минут 10-15, 5-10. Я подбавлю ядрености. Может быть, быстрее будет процессинг. В общем-то, вот так получилась картофельная ситуация. Ну, она немножко... Не, ну все получилось, на самом деле, хорошо. Она прям четко ни в кашу не превратилась, все хорошо. Как она... Ну, не фри и не это... Ни туда, ни сюда. То есть, не фри и не пюре. То, что надо. Я этого ожидал. Вот. В принципе, вот так вот должно быть. На сале приготовим картофель. Такой вот картофель получился на сале. Не пригорел ничего, немножко румяный стал, поджаренный. Даже можно было еще подержать чуть-чуть. Но я посчитал нужным, что уже хватит держать нормально, потому что он будет уже вообще зашкваренный. Ну, в смысле, зашкваренный будет сухой. Вот это то, что надо. Вот такая вот получилась картошка жареная на сале, вот, без всяких ингредиентов, просто соль и селедка с зеленым луком, сельдь покупная, сделана без костей, вот такая вот она прям с этим, короче говоря, в общем, всем приятного аппетита, всем добра.